директора отчитывались перед своими коллективами. Я на многих собраниях был, и я хочу понимать, что произошло дальше после тех собраний, есть ли какие-то изменения, что волнует людей. И сообразно этому корректировать уже собственную работу и работу руководства университета. Те вопросы, которые беспокоят всех членов коллектива и профессорский преподавательский состав, и учебно-вспомогательный, конечно, должны быть доведены до ректора, поскольку как глава нашей организации он должен быть в курсе всех актуальных проблем. Поэтому, конечно, обратная связь должна быть, и я считаю, что вот эти встречи вживую, они совершенно верны. Позитивной тенденцией, мне кажется, является именно вектор на решение этих проблем, в том, что ректор слышит коллектив и настроен на серьезную работу, на решение всех вот этих задач.